Расписана лицевая сторона подъезда, яркие скамейки и забор, кругом цветы и чистота. Работа, слаженная годами, стала не просто обычным делом, а переросла в настоящую хорошую традицию. 8-й год подряд проводятся субботники по благоустройству дворовой территории в кооперативном доме номер 51А по улице Гагарина. Каждый из жильцов участвует в той или иной степени поддержки внешнего вида подъезда и двора. Кто-то финансово, кто-то инструментами, а кто-то работой. Главное, что весь труд делается сообща. У нас есть общедомовой чат, который уже тоже уже более 5 лет он у нас функционирует. Все собственники есть в этом чате. Там не только собственники, там есть и муж, и жена, то есть и члены их семей. И все это прекрасно они считают. Мы заблаговременно смотрим прогноз погоды, согласовываем с активом, естественно, чтобы актив был этот пару человек, и назначаем. Обычно, ну, как субботник, и называется субботник, но обычно у нас люди отрабатывают рабочий день после работы. Территория кооператива в каждый летний сезон радует жильцов цветами. Горшки подвешены кашпо как на стенах, так и на декоративной лестнице возле входа. Отдельная тема – палисадник. Главный цветовод и идейный вдохновитель – Нина Ивановна. Она каждый год делится своими новыми мыслями, проектами, планами, и большинство из них сразу же воплощаются. Свою инициативу проявляет не только как рабочий по комплексной уборке, но и как житель дома. Вот я вышла утром поработать сюда, что-нибудь придумала и делаю, потому что я здесь работаю, подрабатываю. Ну, это наш двор, как-то вот хочется, чтобы было красиво. Поэтому что-то думаем, придумываем, цветочки садим, петунии повесила сегодня прям. В рабочей одежде и с кисточками в руках женщины подкрашивают кто забор, а кто скамейки. При этом они не только трудятся на благо дворовой территории, но и проводят время вместе, общаются и налаживают дружеские отношения. Приходим на субботники пообщаться. Это очень хорошо сближает наш коллектив. У нас дом, в принципе, маленький, всего 36 квартир, но здесь как бы начинаешь общаться, дружить. Вот мы все друг друга знаем, какое-то общение происходит, что-то даже, можно сказать, как мини-собрание, что-то выясняем, что-то как бы решаем. Председатель всегда все время с нами. Поэтому это очень даже хорошо. Дом краше становится. Красивая лицевая сторона хорошо, но здесь не забывают и про подъезд. Если что-то приходит в негодность или проявляются со временем какие-либо дефекты, их стараются устранять оперативно. Так, в прошлом году, например, обновили плитку. А уже на этот год в планах утеплить торцы за счет отчислений на капитальный ремонт. Александра Кузова и Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».